Здравствуй, мой любимый поклонник стратегий. Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь продолжение партии Занубио на 10-х в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку и приятного продолжения просмотра. Ой, варвары где-то, хрен знает где. Так, начинаем. Четыре очка. А там 60. Ну, наверное, все-таки можно набить. Так, священное место тут. О, на плюс 6, нормально. У меня даже, наверное, это не будет... Слушайте, а почему я тут акведук поставил? Мне кажется, вот сюда мне надо будет промышленную зону в шате ставить. Так, в каве кампус. О, ровненько хватило. Странно, почему всё равно плюс 2? Должно быть плюс 3. Что-то я не учел чего-то. Блин. Но мне все равно некуда ставить тут кампуса. Так что особо выбирать не приходится. У меня еще за счет войны с Кардиффом эти арбалеты офигенно прокачаются. А моих соседей не смущает, что у меня в три раза больше армия? Очень смущает. Я к тому, что если вы не догоните, то я вам объявлю войну и буду воевать. Инг, у тебя города 10 и 14 силы. Это просто... Приходит один рыцарь и с одного удара забирает. Как это забавно слушать. 10 и 14 сил. У нас никого такого нет. Ну, 5 ходов до конца союза, Инг. Ты как бы, типа, это просьба, видимо, даже забрать города, я так понимаю. Я сразу Конго декларацию дружбы. Нет, и больше не спрашивать. Давай веру. Единственное, вы догоняете по силе. Не сидите, аутируете, домики строите. Эх, так хотелось поутить. Инг, я не буду с тобой продлевать союз. Я тебе прямо скажу, если ты не построишь армию и не усилишь города. Как же ингские заповедники строить? Блин, тут что-то много. Так. Так, есть кампус. Ну, библиотеку, наверное. Все-таки. Так, оп. И 30 сразу. Рынок. Тут есть святилище. Давайте рабочего пока. Где тут строители? Так. И купим миссионера. Знаете, я, наверное, покупаю уже апостолов. Буду укреплять... Религию, нету смысла мне тут ждать. Возьму верование. Нету храма Махабодхи. Каких-то великих людей, которые мне бы хотелось. Ну я вообще на этого могу накопить еще. 150 науки.
Старая наука, это не так уж и критично, на самом деле. Ну, 1000 золота, это вполне критично. А, так вы все-таки дали португальцу развиться? Ну, они просто отсиделись, и теперь, ой, у него 1000 голды, у него 150 науки, что нам теперь делать? Я не знаю, что делать. Логично. Всегда так делаю. Ждать, пока 250 будет, и там 20 тысяч. А, проповедовать верование. Так, что у нас тут осталось? Распространяется дальше, крестовый поход. Кампусы и центры коммерции. Священное место и театральная площадь. Давайте паломничество возьмем. И, не знаю, крестовый поход не хочу. Дает лечение, стоимость миссионера. Давайте влияет сильнее. Батман, а уйди коляской, пожалуйста. А она уже только что походила. Я ее спешу к себе. Которая возле моего дуболома? Да. Да, подожди. А, это не ходила. Да, вот это. Спасибо. Шотландия, да что за миссионер тут такой? Это разведчик. Мне же надо наш союз продвигать, а не чтобы увидеть твои города. А там, может, ты лучше реальным разведчиком придешь? У него один заряд, и это миссионер. Что он сделает твоему буддизму тут? Логически. Микс по каждую игру так трясется про свою религию, просто капец. У него, если посмотришь, один заряд остался. Португалец, дай долг. Давай попозже, может быть. Ну чё, Конго, беру крестовый поход, да? Насколько позже? Хода через 3. Жаль. Ну, это предложение распилитинка или что? Ну ладно, давай. В смысле? Я сейчас в религию тебя обращаю свою. Я вижу, да. Но ну, так, и я беру крестовый поход. И у тебя сила армии не увеличивается. Да-да-да. Инг. У меня защитник веры, я себя спокойно чилю. Этот, я предлагаю все это. Нубия. А, Нубия. Что-то идти на нас. Инг, в отличие от тебя, хоть армию строит. Так я тоже строю. Не видно. Да, я так немножко подзачухался. То Леша тут меня, блин, пугает меня. Понимаешь ли? Ну вообще, кстати, рыцарь... А, он что-то не может дострелять. Рыцарь и удар города может убить мне арбалет. Может, я зря тут так опрометчиво. От этого мечника. В Хехе недостаточно жилья. Больше караванов. Универ. Так, промышленная зона. Плюс 4. Отлично. Библиотека. О, дамбу могу. Не, ну дамбу я все-таки на равнопати буду, да. Поэтому универ. О, святилище. Амбар. Давайте амбар, потом святилище и дамбу. В Нуре храм, ну, чтобы купить этот, гурдвару. Блин, все обработано. Чё-то как-то я вообще тут
с развитием городов так неплохо получается. Смотрите, у инка Киев всего лишь 10, а у меня мировой уже 15 скоро будет. Эх, не успел китов. И у меня и счастье при этом нормально. Так, смотрим на Кардив. Так, а что этот меня тут стоит? А, отлично, вышел мечник. Я там волен не перекупают случайно? Нет. И 4 очка. Сколько я уже? 18 набил. Вьетнам там заберет. Но я бы сейчас веру потратил на покупку вот этого торговца. Чудеса мне не особо интересны. А вот 0,5 золота для каждого указанного специализированного района и еще одного посла дает. Это интересно. За счет копейщиков. Форм управления с 6 ячейками. Так это я сейчас приму как раз. Давайте замки открывать. Торговую республику берем. Плюс 2 влияния. Давайте торговую конфедерацию пока. И здесь содержание юнитов. Или может военных, знаешь, чтобы быстрее гавани строились. О, давайте ветеранство. Оно, еще раз напоминаю, кто не в курсе... Понятное предложение. Блин, меня кумаси пересузеренили, я смотрю. Конга, а что за хлопок? Мужик, может, профит не культурный? Кумаси. Хлопка больше нет. Типа, у 10. Тебя город сваливается. Ну, все равно, вот это вот палец по поводу лояльности, давай культурный. Я просто думаю, может быть, мне в темный упасть сейчас. То есть и мне профитно, и тебе будет... Реформацию, конечно же. И не успел опять китов обработать. Душат Шотландию лакшери, душат прям. А в Эвере ты прогружаешься нормально в начале хода? Ну, то есть считать нужно или нет? Не, не надо. А, вы уже воевать начали? То есть Саладин пытается остановить португальца, я правильно понимаю? Да, наоборот. Португалец с фрегатами напал. Кайф. Осуждаю. Так. Замки открыл. Банковское дело. Садная тактика страны. Наверное, банковское дело хочу. Университет рядом с горой я вполне могу посмотреть. Блин, так я и гильдии могу открыть. Где у нас гильдии? Давайте я гильдии два хода сначала открою как раз. А потом... Теократию. Так, в Мирое после мастерской нам нужно часовня великого магистра. Без разведки в этой игре будем играть. В этой партии. Так, давайте, наверное, мрамор обработаем. Блин, китов все время забываю. А что я убрал только что? Я убрал на... Наоборот, обработанных китов убрал. Да. Так, в Нуре можно купить гурдвару. Каве университет построен, дамбу мы тут не строим. А буддизм ко мне не будет, да, вообще селиться? Кому? К твоему соседу снизу. Бэтмен. Да там буддизм уже везде расселся. А, слушай, да, как ты так незаметно это сделал?
Ну так Ереван же. А, точно, да. А я и забыл. Лесопилки. Не знаю, надо ли мне эти гигантские головы, просто три веры. У меня и так веры капает, дай боже. Да, как-то воля не так много очков дает, чтобы прям набить на полководца. Поторгуем. Янтарь на мрамор. А, у нее, блин, один. Ребят, у кого есть двойные ресурсы на торговлю, кроме шотландца? Ну, у меня вроде что-то есть у Конга. Я не уверен сейчас. Есть у меня, у Вьетнама, янтарь. Это у тебя написано, я захожу, у тебя один. Сахар есть. Короче, если хотите, предлагайте на мрамор. У меня мрамор. Два. Предложил. Так, кого я универ достроил? Что я думал? Тут какое-нибудь чудо попробовать. Петру не хочу. Большой бассейн. Собор святой. Не, у нас там производственная площадь. Блин, ладно, придется торговца выбирать. Так, а здесь нужно универ рядом с горой построить для ускорения. Так, ну, с инком можно продолжать. Какая-то нездоровая ерунда. Конга, дай 20 золота, верну на следующем ходу. Что не так? 25. Да, против такого защищаться вообще нереально. А чё там, чё там? Там, мало того, что куча фрегат, так для того, чтобы отбить город, сразу же необходимо что-то, что бьет стену, потому что у него валет. Он залетает в город и тут же покупает стены. У него еще и религия есть? Нет, у него валета есть. Производстве зданий. Я же говорил, что ставил священное место не для того, чтобы брать религию. Наверное, в каве я все сделаю. Поэтому тут просто не, все работаю. Правильно, я просто валету не видел. Валета прям must have, я обожаю эту ГГшку. Испанец, еще предложение. Так, Инга, я тебя кинул там предложение. Блин, я в нормально упал, да ёпта. Не ругайся. Это такая боль. Просто... Испанец, тебе походу города прибрежно защищать надо. Он сейчас, если нападет на тебя, заберет за два удара. Я не буду на испанца нападать, у нас союз. Ему смысла нет. Это мы тебя сейчас... Валькуру Рейну отправил. Ну да. То есть я беру... Производство, то сплошные равнины. Испания взял. Я три крайних беру, а он три этих. Не, я видел, что он армию строит, и я тоже начал этот. Сейчас в этим выйду. Да я тоже видел, у меня... Я заказываю.
За что? Ну, отменяем все торговые пути Португалу. А если ты его еще не встретил? Блин, я его не встретил. Что поделать? Ну, я тоже не встретил. Но надо, чтобы на том континенте за это... То есть нам надо как-то так проголосовать, чтобы не мешать им. Просто проголосуем в разнобой. Ну, я, например, голосую... Я, короче, не говорю, да. Я не говорю, за что я голосую, чтобы... Дайте 100% производства в гавани. Просто влейте туда, чтобы португальцу запретить международные торговые пути. Я бы 100% кампусы дал. Я тоже за кампусы проголосовал. Кстати, еще можно, например, запретить строительство в центре города, чтобы он не мог стены ставить. Давайте, да. Ну, давайте в центр. Так что я запрещаю центр. Ну, я не думаю, нам, по-моему, это никак не влияет. Нет, подожди. А за веру-то покупать можно все равно? Нет, не, там вообще не будет доступно, по-моему. Ну давай попробуем в центре города, почему бы и нет. На самом деле тут важнее, чтобы прошли отмена торговых путей. Я дурак, да? А, прошла, кстати, прошло, но дальше прошел кампус плюс 100%. Ну, отменились все торговые пути у португальца. Минус 40 лт. Я тут при чем? Ну, после захвата меня португалец очень сильно бустанет. У него там две промки жирные будут. А что, у тебя прям все города на побережье? Три города. Если бы я не ставил их на побережье, у меня были бы города с клетками 2-2. Болото хоть как-то чуть-чуть вернули в игру, но такое. Так, я из Мирои хочу в Лавенту, мне тоже куча... зависит, видите, от количества районов. У меня к тебе предложение. Давай. Торговец. Как тебе наш сосед такой снизу? Он нам нужен? Не хочешь? Ты про Нубию? Ага. Я с ним в союзе. Ну, долго еще? Да, только что заключил. Жалко. Ну, точнее, продлил. Так, а нужен ли мне теперь Конго такой? Который спрашивает всех, нужен ли я им. И я первый начал угрожать. Ну, тут нельзя не согласиться, кстати. Тем более, что у меня крестовый поход, который как раз на ближайших городах Конго и распространен. Так, ты там скоро ко мне придешь, буддизм? Португал, посмотри, пожалуйста. Подожди, религию коплю, будет тебе буддизм. Ты хочешь в Вьетнам со мной в религии потягаться? Посмотри, сколько у меня вход и сколько у тебя. Не, у меня только Конго нужен. Ну, а как ты понимаешь, я против. О, тут производство появилось. Так, но он не растет город у меня. Мне надо тут гурдвару, чтобы хоть какая-то еда была. Так, есть дамба. Отлично. И в Напате, наверное, храм? Ну, вообще же, на самом деле, жалко, Инг, потому что мы отменили строительство. А, мы не отменили строительство. Так бы было вообще весело. Чё там, какое ты строительство отменил? Мы же хотели строительство в центре города отменить. Соответственно, никто бы нигде в течение 30 ходов не смог бы построить стены. Да, можешь строить. Это строим. Не знаю, кстати. Ну, я это все сделал, чтобы они реально строили армию. Потому что сидел... Конго, по-моему, вообще с 80 армией сидел. В принципе.
Так, реформацию открыли, берем. Бля, может захватить Конго? У меня сейчас куча веры, остеократии, кучу этих могу взять. Я, наверное, тут два влияния я оставлю. Священное место, кампусы. А тут содержание юнитов, наверное. И давайте, наверное, создание... Блин, морских юнитов? Может, нет уже. Построить? Меня пытались обмануть. Чего нету? Крестового похода. А, да. Слушай, я что-то решил, что я его взял. Не знаю. Что-то я это... Интересно. Прикол. Ну, тут я сам себя обманул, на самом деле. А чё я взял? Священное писание? Зачем? Мне кажется, я мискликнул. Да. Я хочу дипломатическую службу, наверное. Так, а если у тебя есть шанс не мискликнуть микспа, то, в принципе, хотя, зачем? Да я так думаю, что меня так иудаизм душит в городах. Чужое религиозное влияние, заход плюс 38. Что ж такое, блин? Вот оно что. Ну, мне кажется, у тебя очень много науки от религии. Надо как-то притушить, нет? Что, я уже... Да ладно, у меня от науки, я сейчас тебе скажу. От религии ты имеешь? 16. Лучше скажите, насколько... Скажите, насколько уменьшилось у Португалии, когда мы там запретили? Чего именно? Голды? У него 150 вход всего. Блин, в темный век падаю. Ну, я, наверное, выдержу, мне так кажется. Так, плавенту на культуру. Дамбу мы здесь не будем строить. Дамбу мы будем в Дангнейле строить. Дипломатический квартал не хочу. Монумент, банк, театральная площадь тоже нет. О, давайте Килву вот здесь. Что там, сахар был? Я уже отдал. Так, торговец. Блин, хреново растет этот город. Я даже не знаю... Да не, я там дань плачу. Слагин предложение. Где мне тут даже еду какую взять? Ну нету смысла тут Петры строить в этом. О, Анкарват может. Где? Че? Кого? Кстати, Анкарват мне нравится. Плюс одного жителя во всех городах. А, это ты, Португал? У меня дружба с ним. Я не помню, когда я заключил с ним дружбу. Так, тут универ тоже сделан. Амбар. Fight me if you can. Еще 7 ходов. Так, ладно, храм и потом гурдвару купим. Саладин, давай я объявлю войну португальца, а ты Сулеймана. Так, ну мне нет смысла тогда сюда идти. Интересненько. А я думал, кому присоединиться? Убивать Португала или этого? Ну, в зависимости от того, кто будет доминировать. Либо же Сулеймана убивать идти. Так, великих людей надо брать. Слушайте, может мне Лян... пересадить Виктор и Магнус. Как мы синхронно уходили все дружно. Слушайте, может мне Магнуса в Элькуру скорее, а Рейну в Дан... Ну, блин, тут надо, чтобы быстрее клетки присоединялись с другой стороны. Нури. Так, на золото куда? В Черкассы. Да, нормальные или в темные все свалились. Ну, наверное, реформу денежного обращения. Хотя... Я, наверное, построю корабли.
Я же поставил на корабли, да. Давайте здесь галеру. И в Дангнейле галеру. И дальше пока так пойдем. Так, за веру кого могу купить? Мгновенно строить в этом районе банк и рынок. А у меня где-то в одном городе рынок еще не построен, и это Шаат. Я, скорее всего, буду тут строить. Можно, кстати, купить. Мгновенно создают древние средневековые стены. Мне нафиг надо. 250 за каждую соседнюю клетку с горами. Ну, знаете, я пока следующим ходом должен кто-то неизвестный забрать великого ученого. И глянем, что там следующее. Холодин, сделка. Надо стены, а то там, я смотрю, подходят рыцари так, Конга. А Сулейман уже, кстати, вышел из своих этих мальчишек, по-моему. Да, вышел. То есть он, по идее, должен... А кто напал? Ты на него или Сулейман? Я на него. Вышел в мальчишек. Он, по идее, должен дохнуть. Но набивает. Если будет. Ну, и с янычарами, естественно. Тебе, слушайте, наверное, а я в этих... Кавалерию? Да, в мушкет это не вышел. Ну давайте хотя бы апну в мечника. Усилим город. Слушайте, а в принципе нормальная идея здесь поставить... Это 4 пищи, и это... Почему нет? Так, дипломатическую службу открыл. Естественно, национализм идем. И я бы поставил на учетные банки. Тут, пожалуй, нет. Я не знаю, кстати, зачем я две галеры строю, потому что я уже все ускорил с этим делом. То есть мне даже две каравеллы, мне просто одну каравеллу можно. Да, слушайте, я одной каравеллы достаточно. Что-то я психанул. Вот тут можно не строить. Давайте Виктора. Тут, ну, есть ощущение, что Конго может напасть. Раз он армию уже построил. Давайте Виктора пока в Шаат. Не так далеко. Или в Напату. Давайте в Напату. Да, не подскажешь, где? Ну, за картографию. Нарезные стволы еще ближе. Так, не, нарезные стволы, тут уголь как-то, блин, странно расположили. Привет, Микспа. Кошмар, 211 науки у Португалии. 1100 военки. Так, а вы понимаете, откуда он получает это? Вы можете сказать, он же не просто там... Ну, у него мавзолей в Галинокарпиносе. У него, кстати, кайфовая территория. У него такой горный хребет, и он вдоль него, у него все города водные получились. Вы понимаете, куда он караваны отправляет? Так у него нет караванов сейчас. Ну, почему? В города-государства может отправлять. Почему вы думаете, что нет? Я не могу в города-государства отправлять. Ну, мы же запретили. Храм Махабодхи кто-то.
поставил. Так, здесь покупаем. А, я уже купил Гурдвару. Так, ну... В нашем материке, континенте кто-то есть морской вообще? Я. Вьетнам? Ну, у меня есть города на море. Ну, скажем так. Этими городами будет очень сложно противостоять. Португальцу, имею в виду. Ну, я не очень понимаю, почему он на море, а на него никто не нападает с суши. Он ни с кем не соседствует или что? Так у него вот слишком быстро выросли города, у него больше производства. Отлично, вы вдвоем так говорили, что ничего не понятно. Алло, слышно? Слышно? Да. У него очень быстро выросли города, и за счет этого валета, он или акада, как там, построил быстро стен. И я просто только вышел в Умлике, а у него уже города по 50. Нет, фишка... Я спрашивал, почему на него никто нет, с моря, нет, с суши это не нападает? Это ошибка раба. Он мог задавить, когда у него было науки, в 2 или в 3 раза больше, чем у Португалии. Он просто мог его задавить этим, но он этого не сделал. И Португал его... Друг, я сразу тебе прерву, скажу, что не видишь моей территории, не говори так, пожалуйста. Задавить его было нереально. Я вижу твою территорию. Ну тогда попробуй в следующий раз загрузить это сохранение и попробуй бота задавить. Если ты хотя бы бота задавишь, я не знаю, 1000 рублей тебе дам. Давайте военный лагерь поставим. Если агрессивнее нужно было сыграть, ты бы пошел бы, снес вот этот фуншал и он тут делал гаду, и он уже был бы в минусе. Еще раз повторяю, у него 3 города-государства военных. У него есть производство. Большое количество. О, мне этот торговец достался. Так, что тут? Снесу максимум. Озарение технологии химии пром... Я фактически не хочу. Для меня закончится. Странно, я ждал, что ты сейчас за счет науки выйдешь мамлюков и быстренько снесешь его. Так, это что делает? С наукой проблема, мало ускорений. Ну, кстати, не пишет. Технология как бы не сильно он впереди. Не, он отставал на 3 или 4 технологии только что. Так, возьмем казармы. У меня... Юниты на казармы скорее. Так, так что тут делает чувак? Дает трех послов в выбранном городе государстве. А что какая-то хрень? Серьезно, такая способность? То есть это мне надо туда идти, в этот город? Ну, я бы, наверное, в Кумасе тогда его отправил. Да, давайте в Харьков. Стоит. Рыцарь даже не атакует меня почему-то. Так, в Напате мастерская. В Дангнейле. Давайте, наверное, амбар, а караван мы сейчас купим. Из Напаты в Кумасе 6. Из Напаты и из Нури. Давайте из Напаты купим караванчик в Кумасе или в Лавенту. Да, наверное, и туда. А, нет, не хватает больше. Ух ты, окружает меня, ты смотри. Так, где там у нас мушкетеры? Мне достаточно, хотя ли даже стрельцы-пикинеры достаточно, будет 55. А, подожди, сколько у нас каравелл? Тоже 55. Ладно, давайте стрельцы-пикинеры, я их куплю. И нам бы еще пушки найти. Выйду в пушки, вообще будет. Вот тут скорее всего, мушкетеры.
Да. Оружейную надо построить. Ой, вот это я как-то зря сделал. Надо было сюда встать и обстрелять этого рыцаря. Не знаю, может тут стены... Да он не должен брать этот город. Так, оружейную я открыл. Оружейную я открыл. Оружейную я куплю за деньги. А, давайте последнего. Шат... Хех. Тангель. Ну, давайте, наверное, в Хех пока. Ну, это не очень удачно. Я бы его в Валькуру пересадил, просто я хочу, чтобы Рейна быстрее клетки присоединяла. Так, а что, у меня сломалось что-то? Почему у меня караван недоступен? Да. Рынок сломался из-за наводнения. Один ход подождем. Конго решил напасть на меня. Ну окей. Это даже интереснее, да? Так, ну я сюда веду... А, он Волина перекупил. Давайте поиграем в перекупи Волин. Киловаки Сивани. Гавань не нужна. Военный лагерь не нужен. Развлекательный. Тоже не очень. Дамба. Блин, а мне тут реально нечего делать. Слушайте, поехали. Исследовательские гранты внезапно. Аж на 89-м ходу. А, так ты вообще без компусов, я смотрю. Я арабом. Не, было два. Три около этого. Три у тебя кампуса и все. Не, я имел в виду около этого. Около площади. У меня же равнины сплошные. Не, ну вот два кампуса у площади и один в горе. И все, у тебя всего три кампуса. Да, да, их негде строить. Ну, условно, хотя бы плюс два можно было ставить. Так не, производства очень мало. А почему... Там, где... Я не открываю порох. Менее, там нужно было оборонительные здания хоть какие-то строить. Вон, там, где Дамаск и Думьят. Конго, хочешь какой-нибудь союз продлим? Давайте я порох следующим ходом открою. Тут покупаем оружейную. Так, пушки я не вижу, да? Мне бы пушки... А что там пушки ускорять? По-моему, две... Нет, две бомбарды это вот тут. Согласен. Так, из Напаты в Кумаси. У него, кстати, первые пять городов на побережье. Может, еще средневековые стены? Да, блин, я вот просто думаю... Наверное, мне надо дамбу строить. А не акведук. В первую очередь. Но сначала средневековые стены здесь. Средневековые стены и мушкетеры, и город уже не берется. Сколько бы он там армии не строил. Так, в Дангнейле священное место. Вот здесь мы будем делать. И оно тут будет на плюс 3 всего. Ну а на плюс 6, 6 производства. Тоже неплохо. Так, пройдемся по городам. У меня уже 17 жителей просто в столице. 17. Вот Кава жалко медленно растет. А, слушайте, будет житель. Сейчас Анкарват построится во всех городах плюс по жителю. Рост. Так, Напата почему-то не растет. Рост. Тут производство. Производство, рост. Отлично, просто зашибенно. Проверим, что ничего не залочено. Очень мне нравится. Так, красопед. Я маленький красопед.
Ну, не маленький, ладно, не буду врать. Нормальных размеров. Но... Так, я извиняюсь, я тут очень много говорил. Но, оказывается, у меня был выключен микрофон. А тогда что ты извиняешься? Мы ничего не слышали, видишь? Ну, там вообще мне кидали предложение заключить союз Микспа, а я как бы им ответил. Оказывается, не ответил. Неприятно вышло, наверное. Может, лучше будем экономически дальше. Так, Анкарват есть. Значит, тут промышленную ставим на плюс 5. Вообще, у меня так красиво пустыня застроена получилась. Просто в Шаате мы, наверное, коммерчески вот здесь поставим. Кстати, я уже могу, наверное, ставить. Я дострою шпиона все-таки. Так, купим... А даже я могу не отходить, он тут купится. Купим мушкетер. Или апнем мушкетера лучше. 155. А покупка 480. Нет, давайте апнем. 54 силы. И сейчас еще достраиваются стены средневековья. И город не берется. Что у нас по великим людям? Этого я не хочу. Чудес вроде никаких тоже не хочу. Я могу, конечно, взять полководца для возрождения. О, кто-то выкупил инженера только что. Мастерские 3 культуры дают. Кстати, этого можно подумать взять. Кстати, неплохой хост Бэтмен в итоге. Вроде вообще без проблем играем. Ну, значит, методом тыка мы можем сказать, что, скорее всего, все-таки влияет скорость интернет-соединения. У меня 500 мегабит в секунду. Причем действительно и 100. Я не раз проверял. Ну, видишь, когда... Ну, не знаю, у меня, я вот сейчас вот с утра, когда вот проблемы были, я проверял, у меня 150 мегабит вот конкретно спид-тест выдает, но это как-то... Я тоже это вечером, насколько может туда-сюда скакать, плюс пакеты, а еще расстояние учитывать. А сколько, интересно, платишь, если не секрет? А у меня включено в аренду. А, понял. Ну, вообще тут дорогой интернет. Я думаю, что тут вообще, в принципе, где-то минимальное будет в районе $50. Ну, я слышал, мне много кто рассказывал. Просто было интересно найти первый куст, кто сейчас платит. Я вот посматриваю на этот Элона Маска, как там его... Он же пока супер дорогой. Starlink. Нет, ты знаешь. Ну, как бы в районе как ты за такой будешь платить. А скорость, ну, то есть, какие-то критерии он же давал? Там просто не во всех местах он доступен, но в моем месте, где я живу, он доступен. Я не помню, я, по-моему, посмотрел. Ну, там, во-первых, ты 400 заплатишь просто за оборудование, которое тебе дадут. Но это как этот. Как его? Ну, залог. А в месяц, по-моему, 60 будет стоить. То есть это вполне конкурентно с обычным интернетом. А ты это оборудование, в принципе, можешь везде с собой таскать, я так понимаю? Да, да. Это очень круто. В том-то и дело. Ну, я думаю, в Штатах это выгодно. Слушайте, я бы взял вот этого великого человека на мастерские... Ой, чудом природы. Блин, там всего лишь по одной. Ну, этот мне, походу, и так выдадут. Давайте я попробую. Китаец, ты принимаешь? Что там следующее у нас? О, ну это ж фигня полная. Вот нафига мне такой был бы. Так. О, Конго, но вот это, кстати, ты делаешь очень, конечно. Что, я на тебя заметь не нападаю.
Ну, выкуп клетки и постановка военного лагеря это уже меня заставляет делать. Ну, мне он тут не нужен, поэтому сорян. Это, кстати, давно уже. Строится будет еще 1000 лет. Кстати, мне надо было бы самому, наверное, кстати, здесь поставить. Скоро закончится инк. Серьез? Угу, потому что предложения, в принципе, все. Ты хочешь, типа, попилить Нубию? Ну, мне кажется, с таким количеством веры пилить Нубию. Вы же даже меня по науке не опережаете. Ну, я же тоже думаю, что это бредовая идея. С учетом того, что у меня сверху шотландец есть, который как бы тоже мы нос в нос идем. Я же даже не буду армию строить, я буду просто ее покупать за веру. Давайте книгопечатание на поэтому на случай. Такое. Не, мне нравится, что я заставил Конга. Можно, блин, вот жалко, я пушу. А, вот пушки. Так, два форта с помощью военного инженера. Тоже вполне реально. Я даже, наверное, военного инженера здесь построю, а не куплю. Ну, с пушками вообще, мне кажется, Нубия не берется. Так, мастерские плюс 3 культуры. Следующим ходом посмотрим, сколько это добавит. Так, нанимаем. Ух, у тебя тут и селитры. Ребят, что у нас с чудесами? Вот Old Faithful, потом этого арка. Где еще кто чудеса видел? Old Faithful, у Конга да, пантанал это есть. У Конга, да, пантанал сверху. А, у Конга пантанал. Окей. Конга, пропустишь пантанал посмотреть? А мы с тобой дружбу заключим? Блин, я твой этот военный лагерь, честно говоря, но это как бы, это очень... Так не я угрожать начал. Я на тебя точно и подумал, что? Нет смысла этого делать. Я у тебя максимум Нури захвачу, и то застоплю себя хрен знает насколько с помощью. Очень я сомневаюсь, что ты меня Нури захватишь. Ну, тем более. Давай попробуем, Нури захватишь? Давай, давай, нападай. Не хочу, у меня давай проверим. У меня бомбард нет. Слабо, да? Да, слабо. Да, ох, там есть еще. Я играю, что я десятую игру пока играю по сети. Мне слабо еще на кого-то нападать. У меня ой. Был, в принципе, наверное, период, когда я мог напасть. А кто вылетел? Атинья. Поставьте этот таймер, уберите. Таймер. Слушай, да так, я наверное, давайте акведук сюда, или промышленную зону сюда. Я смотрю на вот эти 18 евро производства. 18 евро производства. Вот это вот все дело. А вот если бы ты успел взять себе пантеон, мне кажется, у тебя было бы больше. Да, я его как бы и хотел, но, к сожалению... А кто угнал на тропике? Буддист, по-моему, я смотрел. Да, буддист. Вьетнам. Ну, у него там, кстати, не все супер круто. Хотя нет, есть тропики. Но немного все. Нет, просто смысл брать. Ну, хотя, может, он просто веру использует. Не знаю, но у меня явно веры больше все равно. Да, понятно, я тут смотрю на эти золотые купола между Напатой, Шаатом и Нури. Дайте только еще одного торговца взять, а? Имейте совесть. И мне больно. А, кинул дружбу Конга. В принципе, и союз могу, если хочешь. А то без торговца как-то совсем не идет. Какой союз? Да любой. У меня экономический только с инком. Больше у меня нету союзов. Научный? Какой хочешь, говорю. Научный, да, давай. А кто вылетел? Атинью. Атинью. Испанец. Атинью, а ты тут вообще?
Ясно. А, его нет в Дискорде, да. Но у него могут быть небольшие проблемы, сколько я понимаю. Ну, так, кого я хочу прокачать? Минут 10 перерыв. Ребят, может, Пингалу на гранты? Я хочу попросить разрешения покинуть игру, потому что два города, и испанец уже на них зарится. Оборонять я их не могу. А, у тебя вообще два города осталось, и еще испанец тебя пилить собирается? Или португалец? Португалец уже забрал... Сколько? 4 города. И два осталось, которые один только со стеной. И там конкистадоры уже стоят. Вообще капец. О, плюс там 3. Уперся кампус, китаец, отлично. Мной воевать, короче, непонятно за что. Не хочет мир заключать. А Португал... Так могу идти в итоге? Мы не остановим. У нас... Ну, я не против. Но... И мы уперлись с ним. Мы будем воевать с ним долго. Испания дно? Ну, у него 150 науки... Блин, у нас просто на нашем континенте вообще ни у кого нет даже больше, чем у испанца. А они, у них там он дно, а мы тут такие сидим, блин. А португалец 263 науки, 1000 армии, он сейчас забирает Саладина, и мы эту игру не выиграем, даже если... Ну, он просто очень быстро сейчас закончит ее. Нам надо что делать, а я не могу. Я хочу, но не могу, потому что я воюю с Китаем. Китай, а ты что скажешь? Ну, Китай вот. Показывает. И у Португалии еще 3 города-государства за сюзеренина, по-моему. Так Китай. Китай не убьет меня быстро. Типа, он попытался, но он не смог. Я ему говорю, все, мы с ним как бы... Он отводит армию, я ему кидаю мир, он не соглашается. Так у меня начальник военный, плюс я в террасы вышел, и корпуса есть. У тебя нет. Ну, давай, ну... Ну, я... Ладно, короче, давай, хорошо. Не, ну вы серьезно, то есть Китай, а на что ты надеешься, сейчас вас полностью заберет португалец на вашем континенте? Мы в Португалии очень далеко. А, так вы, то есть вы не можете воевать с Португалией? Ладно, подожди, давайте, мы отпускаем, кого, Саладина, я так понимаю, да? Да. Кто ему? Ну, то есть там все. Ну, я согласен. Ну, он больше половины городов у него забрал, поэтому можно отпустить. 2 осталось. Ну, все. Есть кто-то против того, что... Если ты говоришь, Саладин, что ты там не можешь уже ничего португальцу сделать, то... Ну, там вообще никакого сопротивления. Там меня сминают просто. Не мы здесь. Сейчас я попробую типа... каперов ничего, понаделать. Ничего сделать. Так, а кто-то Дискорд проверил? Может, там Атинеон написал? Так, в смысле? Так он... А, ты тут сидишь. Ладно, ребят, всем спасибо за игру. Давайте, спасибо удачи. Спасибо за игру. Спокойной ночи. Конго, а у тебя есть вообще морские... города. Ну, я к тому, что ты флот можешь какие-то. Потому что я тоже начинаю. Я сейчас вот прям, как мы с тобой союз заключили, я начинаю клепать флот. Там надо идти усмирять. У инка точно нету. Я не вижу. Вот у Шотландии есть. Я бы на месте шотландца тоже. Уже. Но я просто не знаю, мне строить флот или строить армию, потому что, ну. Если на меня по суше пойдут, то мне мой флот не спасет. Ну, я вам прямо скажу, что если мы будем воевать внутри нашего континента, то, очевидно, ГГ Португалия. А вопрос, кто видит побольше карт, я просто только наш континент вижу, с какой страны легче подойти на их континент? Испанец должен справа, сказать. Да, сейчас... С правой. Подожди, справа это имеется в виду, на ваш континент справа лучше приплывать, да? Кого еще раз пропадал? Я спрашиваю, на ваш континент лучше приплывать справа? Ну, Португал справа находится. То есть плыть на, типа на запад? Давайте тогда заключим восток. На наш... Нет, на восток. На восток, да. На восток. На восток. Ребята, плыть? Принципе... Факт заключим, что мы на нашем континенте не воюем, пока жив португалец. Пока да? Он не усмирен. Я согласен. Если да, то все строим морские по возможности. Если кто-то начинает воевать, то просто быстренько глушим все вместе того, кто начал. Да. Ну, я вообще не могу, я уже с тобой и инком в союзе, я просто не могу с вами ни с кем больше воевать тут. Ну, потому что нам сказали только что, что испанец дно, а у испанца развитие лучше, чем у всех нас на этом континенте. Не, ну смотри, у него 39 наук, у нас как бы 36-34. Я вижу 143, и у шотландца тоже 143. У меня всего 33 техи изучено. Я в у меня вообще все плохо с наукой. Ну все, тогда строим морской флот и идем. Да.
Хотя я смотрю на ваш континент, и прям вот этот сердце обрывается. У меня неплохая сухопутка есть, но мне надо, чтобы кто-то помог дойти на ней, за нее. Ну, я так понимаю, что это как раз с твоей стороны туда плыть. Если на восток, да, то это... Я понимаю, да. Это... Я каперы фигачу. Я ставлю сейчас черную карточку на каперы и пойду просто вопрос, с ними. Вопрос, а венецианский не построил? Нет, ну я думаю, построит. Я думаю, что ему пофигу, потому что он, скорее всего, покупать просто все юниты будет. Нет, а не построить. Шотландец. Как ты смотришь на то, что я Магадиша снесу? Окей. Так, а испанец зашел? Да, ну поехали, да. Видно. Тогда ну, таймер. Смотри, ты сносишь Магадиша, но севернее вот и не селишь. Так, хорошо, три посла в Кумасе и в Лавенте. Что, я вот эту полуостров не... Ну, не буду обращать в Веру. С Кардифом я воюю. Стоит уже. Вот прям. А, может, с Кардифом, наверное, замириться уже? То есть справа, сверху от Роксбурга. Да. Не, ну это нормально. Я так, в эту сторону перевала. Конга, а можешь ты поставить меточку, где чудо? На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!